Добрый день всем. В сегодняшнем видео я сделаю обзор игры Formula Unlimited Racing от разработчика FNK Games. Заходим в это приложение. Оно сделано на платформе Unity. Вот как оно внешне выглядит. И что если здесь можно выбрать язык, испанский или английский. Я выбираю английский, потому что я испанский совсем не знаю. Здесь также можно настроить имена гонщиков, с которыми ты будешь соревноваться, их цвета машин. Вот у меня так пока что настроено. Тоже неплохо. Вот здесь можно посмотреть также свою статистику по гонкам. И выбрать свое имя. Также здесь, что самое главное в этом приложении, это гонки. Вы здесь участвуете в чемпионате мира Формулы 1. Сначала выбрать цвет. Здесь можно машины. Здесь есть 4 варианта. Вот, допустим, мы этот выберем. Дальше вводить количество кругов и сложность. Можно посмотреть даже классификацию. Правда, здесь единственное, что не удобно, так это что они не в порядке убывания идут, а в разнобой. Это действительно неудобно. И также здесь можно провести тренировку на какой-нибудь трассе и потренироваться, как на ней есть. Ну вот и все. В принципе, приложение довольно простое, незамысловатое, но может кому-то понравится. Спасибо за внимание, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.